Исследуют столицу региона участники проекта «Город иначе». Организаторы ищут новые лица и взгляды. Главная задумка – показать жителям и гостям областного центра Иркутск таким, каков он есть – красивым и не очень логичным или совсем наоборот. Свою тему для изучения может предложить каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. Одной из главных работ прошлого года стало исследование городского ландшафта. Автор показала, что не все решения архитекторов удобны для иркутян. Еще одна участница продемонстрировала свое видение иркутского трамвая. С помощью эскизов девушка отразила особенности нескольких остановок. В общем, идей достаточно. Проявить свой креатив может любой желающий. Заявки на участие в проекте «Город иначе» принимают до 8 августа.